Лучшее время для перемен сейчас. Это доказали на деле щелковские предприятия. Несмотря на санкции, они не только удерживают высокие показатели, но и уверенно идут вперед, становясь еще сильнее и прогрессивнее. Одна из таких компаний – Ассоциация предпринимателей зообизнеса «Триол». Глава городского округа Андрей Булгаков встретился с ее руководителем и сотрудниками. В объединение входят многофункциональные компании, специализирующиеся на кормах и товарах для животных. Ассортимент ассоциации насчитывает более 10 тысяч товарных позиций. «Триол» занимает лидирующее положение на оптовом рынке товаров для животных в России. Продукция представлена во всех субъектах Российской Федерации от Калининградской области до Сахалина, а также реализуется в странах СНГ. За более чем 30-летнюю историю выстроены успешные связи с крупными торговыми площадками, питомниками и маркетплейсами. Производственные площади компании впечатляют, задействовано более 28 тысяч квадратных метров. Изделия из текстиля и пластмассы изготавливаются на собственном производстве. Во время осмотра предприятия глава познакомился с сотрудником компании Максимом, который в 22-м году ушел на фронт и сейчас, будучи в отпуске, приехал проведать коллег. С самого начала СВО компания активно помогает нашим бойцам. В планах предприятия строительство новой фасовочной линии и общежития для сотрудников. О важности предоставлять жилье иностранным специалистам не раз говорил губернатор нашего региона. Андрей Булгаков пообещал оказать содействие в получении субсидий и аренде дополнительных земельных участков.